Всем привет, ребята, с вами Джесс, и сегодня мы с вами поиграем в Goat Simulator. Здесь вышла новая карта, какой-то The City. Я понаставил в настройках уже каких-то плюшек, какие-то белые глаза, или это шарики для пинг-понга, какие-то баллоны, я не знаю, что это такое. И, в общем, давайте, собственно, уже изучать данную карту, что здесь появилось нового, что здесь вообще произошло, какие изменения произошли в этой игре. Вообще, игрушка классная, я хотел записать очень давно, но как-то, знаете, руки все не доходили. Наконец-то, о, господи, да что, вертолетов добавили, просто супер, скажу. Ряд просто класс. Так, что тут есть у нас? Ух ты, какая скульптура, нифига себе. Скульптуру нельзя разбить, блин, что за what the fuck. Так, ладно, люди сидят, не будем трогать. Хотя ладно, кого обманывать, будем трогать. Иди сюда. Давай, почему я летать не могу, слушайте? Фига, я могу управлять? Нет, не могу. Офигеть, просто. Блинский, мне очки дают, как всегда дают очки, это хорошо. Так. Ух ты. Бум! Все взорвалось, не знаю, как-то раньше. Ну, хотя дальше как-то отлетал, когда взрывался на машине, на чем-то дальше отлетал. Ладно, что тут у нас еще есть? Какие-то плюшки. Велосипедики! А ну-ка, как тут сесть? На R, да? О! Офигеть, а ну, давай. Ты стой, давай, да ты держись, главное, блин. Так, это Happy Wheels, короче, ребят, сегодня мы будем кататься на велосипеде, это... Ай-я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 й
Вставай! Вставай, так, тихо. Господи, что там в реке колышется, смотрите. Это фонарный столб, что ли? О, боже мой. Так, ладно. Ай, блинский. А ну-ка. Прыжок. Ой, я могу двойной прыжок делать? Ух ты. Уи! А можно тут как раньше слоу-мо делать? А ну, сейчас проверим. I believe I can fly. Вау, супер просто. Просто бомба, классно. Вау, тихо, паркуйся. Ай. Тихо. Так, ух ты, батутик у нас есть даже. Нифига себе, какой мощный. И как бы все, то есть он как бы упал просто, офигеть, просто. А, господи, мы кого-то подцепили. Гоут, роддер какой-то. Блин, я опять упал. Ай-яй-яй-яй, блин, мне это нравится, слушайте, пипец просто. Так. Так. Тихо. Ой, господи, все, мы отдыхаем. Так, ладно. Оп, давай, прыжок, классно, по воде можно прыгать. Тихо, стой, нет, давай, не, блин, скейтись. Оп. Тихо, все, никого не бей. Так, как тут, короче, завести эту ерунду? Что за поинты какие-то, очки? Как тут завести эту махину можно, а? Подскажите мне, пожалуйста. Может... Господи, что это было? Вау! Супер просто, нифига себе, жмю, офигеть, тихо, узбагойзе, тихо, сейчас мы попробуем, господи, тихо, вставай, человек, так, молодой человек, можно с вами познакомиться? Симпатичные, красивые девушки, можно с вами познакомиться, а? Молодой человек, куда вы? Куда же вы уходите, а? А как насчет попрыгать? Спасибо за предложение, классно! Вау! А ну-ка, если нажать R? Вау! А если... Классно все-таки вот это слоу-мо они сделали, мне это нравится. Так, блинский. Господи, чувак, застрял, я тебе помогу. Сейчас держи стоп. Привет, козел. Все, у меня голова застряла. Это все. У меня 556 очков. Это классно, но у меня голова застряла. Подожди, соберись. Все, мы можем на лавку присесть. Вот так вот. Сейчас, я хочу просто отдохнуть, я устал уже. Что он там бьет? Как будто бьется сосед какой-то, что ли, не знаю. Как там на падать? На Q? Все. О, господи, они завалились вместе с лавкой, все. А теперь нажимаем на R. Ладно. Вот, не нажимаем на R. Блин, я хотел отдохнуть. Вставай. Вставай! Ладно, мне придется выезжать.
Все, 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 демон, демон, не кричи, тихо. Че, вы тут разложились на улице, вставай! Так, все, надо было просто кью отжать. Так, что, в конце концов, мы, кажется, застряли. Ладно, нифига себе, куда тебя понесло? Ух ты, гос... А языком можно, кстати, тут хвататься, совсем забыл. Ой. Вот давайте просто понаблюдаем, когда он сам полетит. Все. Так. Ты он не хочет лететь? Мне нужно обратно. Да, да, правильно, летишь. Вроде туда, вроде. Уи! Теперь врубай! Бум! Парковка удачная. Здесь, может? Да иди ты нахрен. О. Ого! Ого! Блин, я хочу наверх посмотреть, а не на задницу. Щет, фак. Как я тебя скинуть, господи? Я не могу тебя скинуть. Блин, я хочу наверх посмотреть! Блин, так, давайте, ладно. А, так, вот, еще одна такая же, типа, привет, бич. Получается, все равно. О, получается, смотрите. У меня почти получилось. Давай. О. What the hell? What the hell? Как ты это сделал, чувак? Просто прям, о, смотрите, что это за... Ух ты, тут лифт есть, даже. А я как-то парился, thank you very much. Просто, на все намного проще, ребята, Господи, что это за голова такая страшнючая? В общем, у нас все получилось. А если включить... Ладно, все, не включу, не включу, не буду, а то еще мало ли что. Ух ты, мы... Так, стой! Подожди! Подожди! Выруби нафиг! Вау! Без меня уехали аттракционы! Так, если пойти... По шпалам, то мы догоним наши горки. Вот. Надо только ускориться как-то будет. К сожалению, я не могу это сделать. Блин, я... Ну. Так, я лизнул я лизнул горки. И надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь, они были не грязные. Господи, боже мой, что тут происходит? Офигеть, просто был эпик. Подожди, подожди. Стой, дай мне взять канистру, дай, дай. Ой, господи, ничего не получилось. Ух ты, а что это такое? Портал. Да иди ты нафиг. Ух ты. Что это за фигня такая, а? О, лампа какая-то, смотрите. Это какой-то грипп, а не лампа, не знаю. Так, тут у нас ничего. Я думал, это взорвется, серьезно. Окей. Так, ну, я подозревал, конечно, что это взрыв. Это мазафака. А можно тебя лизнуть, слушай? Так. О, господи, у тебя язык теперь как меч у джедая, офигеть. А, типа... Типа, да, все хорошо, чувак, я просто тебя лизну. Забирай его, короче, себе. Окей. Нет, господи, я хотел на тебя... Фу, Ух ты, смотрите, а что это такое там? Это ограбление, то по идее всем лежать не с места. Воруем вазы какие-то непонятные, одинаковые машинки белые, без текстур. Кстати, надо отсюда вылезти как-то срочно. Сейчас приедет полиция, меня, кажется, арестовали шкафы. Надо быстро выбиваться сюда. Так, security лампа меня чуть не задержала, но я справился с этим. Господи, на меня навалились лавки, они не дают мне проходу. А, господи, меня хотят арестовать. Нет, я сбегу. Все, не получается, в общем. Мы уматываем на велосипеде, быстро. Скорее, сейчас копы приедут, давай. Все нормально, сына, все нормально, блинский. Так, мы главное просто должны держать баланс. Ух ты, смотри. Ну-ка, тихо, блин, тихо, тихо, тихо! А, ёптеть, блин! Да ну, блин! Тупой велосипед! Я тебя лучше дотолкаю. Да куда ты? Как жвачка какая-то. Иди туда. Туда, Нет, ну ты встань не так чуть-чуть, пожалуйста. Да нет, ну господи, ну нет, туда. Вот, слушайте, мы сейчас его толкаем. Ну! Ну! О, все, получилось. Тихо!
Сука, встань! Да бля! What the fuck? What the fuck? Господи! Ух ты, это топилка. Так, стой, стой. Все, я, кажется, застрял, ребята, в... под водой где-то. Это так и надо? Это что за вот... Я теперь этот самый, что ли? Блин, тут я не знал, что вода, серьезно. Я теперь не выберусь отсюда. Ребята! Что за, блядь? О! What the fuck? Ладно, ух ты, смотри, кубок какой-то. Мы тебя не... Не, о, давайте, кстати, давайте в гонке сыграем. О, да, нифига, новый мужик такой, типа, это гонки. О, let's go. Так, надо как-то... Тихо, руками не можешь. Так, давай, руку направо выставляй, сейчас за ворот будет направо, давай. Так, тихо, сейчас мы... Я, конечно, в гонках не мастер, но сейчас попробуем нацелиться. Так, у него где-то такое поведение, как сейчас у меня. Так, тут вроде стрелка большая туда. Давай, absent. Я не знаю, куда мне дальше, кстати, бежать. Так, я не вижу ни одного... Ага, то есть не нужно... Блин, а как мне вот сюда забраться, а? Нет, давай разгоняйся, козел! Вот здесь, наверное, можно как-то... Нет, здесь не получится. Что за... Блин, а, точно, ну нужно срочно туда бежать. А, давай, малыш! Господи, давай, ножками, помогай мне, мужик, помогай мне! Блин, не поможет, нифига. Так, тут, вот, тут есть, кстати, заход. Господи, я пытался... забежать туда. Все, офигенно сейчас будет. Это что, таблетка? Смотрите, какая большая таблетка. Давайте поиграем сейчас. Так, а ну-ка, давайте, гол! Ну! Еще раз! Ух ты, монетка, смотрите, какая. Так, стой! Блин, да куда ты от меня бежишь? Ты от меня бежишь, так, и тупая монета. Таблетка! Надеюсь, там ничего не бомбанет. А вон вертолет полетел. Ты чё ездишь, козел, а? Монетка еще одна. А, это задание. Окей, это задание. А, тут у нас что-то имеется. Люди, я вас сейчас лизну. Не могу, да? Ну ладно. Наверх как-то надо забраться, блин. Может как-то так? О, почти! Давай. Блин. Точно, надо как-то... Блин. Ай-яй-яй-яй, да чё меня отталкивает? Блинский, ладно, не знаю, честно, как залезть туда. Время уже вроде как прошло. Так, нет, еще не вышло время. Может, что-то интересное есть еще? Так. Ага, ничего. Стоять, это ограбление! Так, тут у нас тоже ничего вроде бы нет. Какая-то ерунда. А там, кстати, лестница вроде как. Я попробую сейчас допрыгнуть, ребята, тяжело напряжающий... Напряжающий момент. Давай. Есть! Офигеть, мы почти... Да почему ты отталкиваешься? Блин! Фак, защит. Давай, вот сейчас вот... Ну, вон, видите? Давай. Ну, залети ты туда как-то. Блять, долбоёб, залетай, нахуй, сука, блять. Так, вот еще один. Смотрите, он какой-то. Это козел, сова, козел, летающий, одна штука. А вот такой вот он, вот так вот выглядит. Можно его сбить, он упадет, как бы, да. Вот человек пробежал и тут паркур. Прикиньте, в симулятор козы добавит паркур. Как в Майнкрафт. Это будет хардкорно и очень довольно-таки весело. Господи, сколько же вас здесь? А ну-ка, сейчас мы вас. А ну-ка, нет, я не могу попрыгать, ладно. О, смотрите, подождите, я могу прыгать? А ну-ка, стой, тихо. О, господи. Я хочу вас всех сбить. Хедшот. Нет. О, запрыгнул, есть. Нет. Да что ты там застрял, блин? А ну-ка, ребята, готовьтесь! Сейчас будет эпик! О-о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 -
Thank you.
Вот так вот надо, мадафака, приземляться на мадафака пати! Веселимся, ребята, давайте! Вау, просто эпик хард! Ой, год, нормально! Так, диджей! Диджей, йоу! Так, куда мы сейчас должны отправиться? На R нажать надо. А теперь я хотел ракету. Вау! Вот так надо, мадафака, спускаться с мадафака крутого мадафака пати на крышу, мадафака. Бум! Такие дела. Я понимаю, игра. Вот это фиг настоящая. Смотрите, аж стоп танцует. Раз, два. Раз, два, три. Музыка тебя остановит! Не работает музыка. Ладно, ну что ж, ребят, на этом будем серию, наверное, заканчивать. Так что, если смотрите это видео абсолютно случайно, и оно вам понравилось, и хотите видеть больше таких роликов, тогда оставляйте ваши комментарии, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте подписываться на мой канал. Всем удачи, всем пока, народ, увидимся!